Ну а теперь мы переходим непосредственно к оперативной обстановке. И начинаем мы, как обычно, с ночи, так как она прошла неспокойно и меняется тактика применения беспилотников со стороны российских оккупантов. А именно, в течение этой ночи, начиная со вчерашнего вечера, противовоздушной обороной было уничтожено два ударных беспилотника типа «Шахет» 136-131, еще два шахеда локационно потеряны в воздушном пространстве Беларуси. То есть два шахеда в какой-то момент из Житомирской области повернули в сторону Беларуси, дошли аж до Гомеля. Но я вам об этом, о полете этих дронов по территории Беларуси, я расскажу подробнее чуть позже, когда мы дойдем до Волынского и Полесского оперативных направлений, там в обстановке расскажу. Но здесь, смотрите, такой факт, что появились ложные цели, появились дроны-разведчики, то есть в одном строю, в одной стае, которую они выпускают по территории нашей страны, идут шахеды 136-е, то есть боевые ударные дроны. Дальше с ними летят там орланы, зала, это разведчики, которые собирают информацию, обнаруживая, засекая те же средства ПВО, которые мы включаем на пути следования дронов для того, чтобы их уничтожить. И с ними же идут дроны-пустышки, так называемые, которые, кстати, потом либо вот отворачивают и уходят через Беларусь, либо где-то падают на нашей территории. Сейчас, я так понимаю, наши силы обороны в том числе уделяют внимание тому, чтобы прочесать местность и найти вместе с правоохранительными органами, найти вот эти беспилотники-пустышки для того, чтобы подтвердить их наличие, потому что на радаре их видно, а в природе пока что мы их не можем обнаружить и установить тип этих беспилотников. Но в любом случае оператор радиолокационной станции вынужден их сопровождать, вынужден выделять силы и средства для их уничтожения. Но дроны не так быстро уничтожают, поэтому, когда они исчезают с радаром, естественно, по ним никто ракеты не выпускает. Кстати, вот продолжение темы дронов. Также на южном и восточном направлениях были сбиты 8 разведывательных беспилотников. Это практически не в зоне боевых действий или недалеко от нее. 4 «Орлана» 10-го, 2 беспилотника «Зала» и 1 «Суперкам» и 1 дрон неустановленного типа. Опять же, видите, либо это была пустышка, либо появился какой-то новый дрон. Хотя наша разведка в этом плане работает довольно хорошо, и мы отслеживаем все новинки и изменения, которые пытается применить враг в таких ситуациях или с такими новшествами. Ну, а теперь мы спускаемся. А в остальном ночь прошла более-менее спокойно. Ну, правда, конечно же, тревоги были объявлены. Кстати, тревога относительно дронов, был отбой воздушной тревоги, прозвучал уже практически в 9 утра. То есть всю ночь часть, северо-восточная часть, южная, юго-восточная часть Украины была в состоянии воздушной тревоги и вынуждены были отслеживать и пытались бороться с этими воздушными дронами. Ракет, слава богу, в эту ночь не было. Хотя вчера тоже перелеты Ту-95, Ту-22 со стороны на территории Российской Федерации осуществлялись, и мы, естественно, вынуждены были отслеживать их перемещения, особенно внимательно, чтобы они не выходили на рубежи пусков ракет. Мы примерно знаем, какой маневр делает самолет для того, чтобы выйти на рубеж пуска. И, соответственно, внимательно следим за его курсом в воздушном пространстве. Но такового не случилось, что, в принципе, для нас позитивно. А теперь опускаемся на землю. И линия фронта. Здесь у нас произошло 119 боевых столкновений. Опять резкий спад. Кстати, надо отметить, что за первые вот недели, за первую половину июля месяца, количество боевых столкновений по сравнению с таким же периодом июня месяца упало на 16%. То есть
есть тенденция к общему снижению боевой активности врага. Это может быть связано с тем, что есть дефицит личного состава. Я вам вчера про это рассказывал, что недаром Российская Федерация планирует закрыть, к осени планирует закрыть границы, чтобы никто никуда не убежал, и начать активную мобилизацию среди населения, не объявляя мобилизации. Вот это очень важный момент. Понятно, сейчас адепты русского мира начнут бить себя в грудь, да у нас ее нету, да у нас тут добровольцев хватает. Не хватает добровольцев, очередей в военкоматах нет. Даже за 2 миллиона рублей подъемными, это 20 тысяч долларов приблизительно. Кстати, даже в Кремле уже на совещании говорят о том, что подъемные 16 тысяч, то есть 1 600 тысяч рублей, это уже официальная цифра подъемных. То, что там местные власти еще накидывают 400 тысяч рублей, дотягивая там до 2 миллионов, и то добровольцев не хватает, нету их. Желающих пойти сегодня повоевать при 15-миллионном моб-резерве Российской Федерации, а их нет. Их не хватает, с трудом 30 тысяч набирает, даже уже меньше, как говорят разведки западных стран, уже меньше 30 тысяч в месяц набирает, поэтому и нехватка личного состава ощущается в том числе и на линии фронта. Пока что первый и второй эшелон укомплектованы, но резерва, оперативного резерва уже практически нету. Кстати, 2 миллиона рублей дают не просто так. 2 миллиона рублей дают за то, что подписание, человек сразу соглашается подписать контракт и без подготовки едет в зону боевых действий. То есть едет в нашу страну, в Украину, воевать в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Так вот, 119 боевых столкновений. То есть опять скачок вниз по боевой активности на линии фронта. Это сразу же отразилось на ее изменениях, которых фактически за прошедшие сутки отмечено не было. Итак, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар одной ракетой, 131 авиационный удар, при этом сбросил 135 управляемых авиабомб, 135 КАБов. Задействовал для поражения 909 дронов «Камикадзе», совершил более 4323 обстрела наших позиций, прилегающих к ним территориям. Из них один обстрел осуществлялся с помощью реактивных систем залпового огня. Авиационные удары вражеской авиации в основном наносились по населенным пунктам и нашим войскам в Харьковской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Далее пройдемся по оперативным направлениям. И у нас Харьковское направление первое идет. Здесь боевая активность наоборот выросла. Враг провел перегруппировку своих войск. Я так понял, подтянули все, что могли подтянуть, и сейчас начали активно атаковать наши позиции. Причем складывается впечатление, что обновили задачу по захвату Волчанска. Причем и при этом российское командование, видимо, понимает, что в городе у них успеха не будет. Ввязываться в тяжелые уличные бои у них не хватает личного состава, поэтому они пытаются обойти Волчанск. С северной части пытается обойти Волчанск, чтобы двигаться вдоль реки, на которую он прилегает. Вот. Но пока что у врага это не получится. Также они пытаются разблокировать полукольцо, которое наши войска создали в районе населенного пункта Глубокое. Таким образом, сняв угрозу окружения российских войск в этом населенном пункте. Поэтому, соответственно, и количество боевых столкновений выросло практически в два раза, 18. Ну и активность врага действительно стала, авиация очень много применялась на этом направлении, и активность врага стала довольно высокой. Но несмотря на то, что основные усилия враг, как я уже сказал, Волчанск и Глубокое сосредотачивал, ни одна из атак противника не увенчалась успехом. Наши войска отбили все атаки врага и продолжают зачистку города. Я объясню, там тоже адепты
русского мира пишут, что как так можно, что российские войска атакуют, а мы продвигаемся вперед. А вот так и можно, что постепенным выдавливанием врага ходить в атаке это одно дело. Но когда атака захлебывается и противник отступает, то на плечах отступающего противника наши войска, используя этот момент, продвигаются вперед. И поэтому зачистка Волчанска постепенно продолжается. Тем более, что у нас единственное преимущество, которое сегодня враг имеет на Харьковском оперативном направлении, это КАБы. У нас продолжается дефицит средств борьбы с авиацией врага. В воздухе мы не можем ничего ему противопоставить. Ну и на земле у нас тоже не хватает средств, которые бы доставали до этих самолетов. Враг пытается уже повесить трехтонные бомбы, я вам рассказывал, на те же Су-34. Но пока что там они хоть и начали производство этих трехтонников и пытаются их сейчас применять, но, как я вам уже объяснял, оказалось, что вот этот универсальный комплект коррекции планирования, он не соответствует весу той бомбы трехтонки, на которую они его цепляют. Поэтому пока что, я так понимаю, применяют все остальное, и количество применяемых КАБов, видите, 135 за сутки. Это довольно большое количество. Но, тем не менее, Харьковское направление держится. Здесь у нас более-менее стабильная ситуация, несмотря на боевое такое обострение. Вот. И линия фронта на Харьковском оперативном направлении остается без изменений. Далее Купинское направление. Здесь падает боевая активность врага. Всего 5 атак было предпринято со стороны российских оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки и возле Стельмаховки. Не добившись никакого успеха и понеся потери, противник отступил на исходные рубежи. То есть на Купинском оперативном направлении линия фронта остается без изменений. Это, кстати, не говорит о том, что враг отказался от захвата Купинска или выхода на реку Оскол. Скорее всего, опять же, здесь тоже проводится перегруппировка войск. Понимаете, теперь сложность для Генерального штаба Российской Федерации, сложность состоит в том, что перегруппировку войск надо проводить внутри оперативных направлений. Или внутри групп войск, которые, у них группы войск там. Восток, центр, юг, или они ее называют Днепр, и север. Так вот, здесь группа войск «Восток», скорее всего, им надо проводить перегруппировку внутри самой этой группы войск. То есть, все, что есть во втором эшелоне, личный состав, вытягивать в первый эшелон. Именно личный состав. Я не оговорился. Технику они очень сильно берегут. Они бросают технику в бой только тогда, когда у пехоты есть успех. То есть, понимаете, да, когда вражеская пехота умудряется добиться какого-то там успеха, какого-то продвижения или захвата одной-двух наших позиций, так только тогда российские командиры разрешают бронетехнике чуть-чуть поучаствовать в боевых действиях, поддержать вот эту прорвавшуюся или там заскочившую куда-то пехоту. Ну, мы, в принципе, справляемся как и с пехотой, в большинстве случаев, так и с бронетехникой. С бронетехникой у них начинается дефицит, и они, как я вам уже говорил, берегут как зеницу ока. Поэтому она не так часто участвует в пехотных штурмах, вообще в штурмах или в штурмовых действиях. В основном штурмы пехотные. Так что Кубинское направление, фронт стабилен, точнее фронт стоит на месте, изменений в линии фронта нет, атаки вражеские отбиты. Лиманское направление, тоже здесь падение активности боевой. 8 атак было предпринято российскими войсками за прошедшие сутки. В основном атаковали в направлении Невского и в направлении Тернов. Не добившись успеха, враг отступил. Линия фронта на Лиманском направлении остается без изменений. Ну, кстати, появилось видео бригады Азов, как они в Серебрянском лесу штурмуют позиции российских войск, идет зачистка позиций от остатков расистов.
Вот. Довольно интересное видео, рекомендую к просмотру. Там реальный бой от первого лица, боди-камеры стоят у нас у нескольких наших бойцов, и как они координируют свои действия, как они защищают позиции российских войск. Очень познавательно и очень, мне кажется, ну, к просмотру необходимо для понимания того, в каких условиях наша пехота, наши штурмовики ведут боевые действия на, вот, в Серебрянском лесу. Далее у нас идет сиверское направление. И здесь силы обороны Украины отражали штурмовые действия вражеских войск 7 раз на протяжении суток. И основные усилия враг пытался сосредоточить в направлении вблизи Белогоровки, населенного пункта, в Раздолевке, Верхнекаменского и Спорного. Но то же самое здесь оборона у нас, кстати, на сиверском направлении, я уже неоднократно отмечал, что наша оборона, она более-менее устойчивая, и тут у врага давно уже не было никаких продвижений, давно не было никаких успехов, это слава богу, что нам удается удерживать те позиции, которые мы занимаем, и, естественно, мы наращиваем оборону на этом оперативном направлении, так что констатируем, что 7 штурмов наших позиций на сиверском направлении не увенчались успехом со стороны врага, и линия фронта на сиверском направлении остается неизменной. Краматорское направление. Тут 6 попыток было предпринято. Это Григорьевка, Часов и Часов-Яр. Враг пытался продавить нашу оборону, но Часов-Яр они опять. Я так вижу, периодически, ну, от безысходности, в связи с тем, что они не могут продавить нашу оборону, они просто бьются в лоб. Хотя это самый, наверное, глупый способ в ведении боевых действий, когда фронт прямой как линия, как будто ее начертили под линейку, я имею в виду канал Сиверский Донбасс, водный канал. И, соответственно, враг пытается прорваться просто в лобовую, прорваться через этот канал. При этом прекрасно понимая, что прорывы надо осуществлять только в пешем порядке, потому как техника без инженерной подготовки, техника через канал не перейдет. Но, тем не менее, видите, 6 штурмов в лоб на Часов-Яр и на Григорьевку. Ну, где-то они разделились, наверное, пополам. 3 на Григорьевку, 3 на Часов-Яр, может быть, немного по-другому. Генштаб не уточняет свои сводки, но тем не менее лобовые штурмы продолжаются, то есть они бьются головой практически об бетонную стену. А линия фронта в это время на Краматорском оперативном направлении остается без изменений. Торецкое направление, это самое проблемное у нас направление, если не считать Покровского. Ну, они вместе, Торецкая и Покровская, где враг пытается еще, точнее не пытается, а где враг давит с наибольшей силой и, к сожалению, иногда имеет частичный успех. Но за прошедшие сутки на Торецком направлении враг совершил 14 атак, штурмуя наши позиции, концентрировал свои усилия в направлении Нью-Йорка и Северного и поддерживал свои действия ударом бомбардировочной и штурмовой авиации. То есть применение КАБов здесь было практически наибольше. Но Институт изучения войны американский говорит, что вооруженные силы Украины отбили часть своих позиций под Торецком, но оккупанты пытаются продвигаться возле Северного. Там они больше всего давят. Так вот, аналитики Института американского изучения войны геолоцировали кадры от 14 июля, то есть позавчерашние, которые свидетельствуют, что вооруженные силы Украины недавно отбили некоторые позиции в южной части Нью-Йорка, к югу от Торецка, и подтверждает некоторое сообщение о наступлении вооруженных сил Российской Федерации в пределах Торецка, то есть на окраинах этого города. Но это 14 июля, напоминаю, то есть эта информация уже немножко устарела, но сам факт говорит о том, что фронт движется, где-то поддавливаем мы, где-то поддавливает враг. И линия, но за прошедшие сутки мы констатируем, что линия фронта, то есть за 15 число, линия фронта на Торецком направлении остается без изменений. Все 14 атак противника не увенчались успехом.
Далее у нас идет Покровское направление. Тут защитники наши отразили 31 атаку противника, которые проводились практически почти на всей линии фронта, хотя количество населенных пунктов, где атаковал противник, оно стало почти в два раза меньше. Это Новоселовка 1, Новоалександровка, Прогресс и Яснобродовка. Здесь, возле Новоселовки 1 идут очень ожесточенные бои. Скорее всего, я думаю, что в ближайшее время, возможно, будет принято решение нашего командования отойти южнее Новоселовки 1, чтобы наши войска не попали в полуокружение. Там довольно угрожающая ситуация на линии фронта в этом районе складывается для наших войск. И поэтому, скорее всего, будет целесообразнее выровнять фронт. Как примет решение Генштаб, сказать очень трудно. Они у нас стараются не вести себя не публично. В принципе, для принятия разумных решений нужна тишина. Поэтому посмотрим, как будут развиваться события, но в прошедшие сутки надо отметить, что даже несмотря на поддержку авиации и артиллерии и попытки врага 31 раз атаковать наши позиции, кстати, тоже упала боевая активность, там практически больше чем на 20% спад, 41 атака позавчера и 31 атака в прошедшие сутки. Это очень большая разница для боевой интенсивности вражеских войск. Так вот, мы констатируем, что на Покровском направлении изменений в линии фронта за прошедшие сутки не зафиксировано. Кураховское направление, оно тоже становится горячим, и здесь враг пытается, я так понимаю, что Кураховское направление, наверное, станет на одну линейку, на одну ступеньку вместе с Торецким, Покровским, и к ним присоединяется Кураховское, я имею в виду по боевой активности. Враг 17 раз пытался атаковать наши позиции на Кураховском направлении, те же самые населенные пункты Красногоровка, Просковеевка и Карловка. Я так понимаю, что три оперативных направления выбрал враг. Покровское, оно идет как центральное, как направление главного удара. Интересный нюанс, хватит ли сил для того, чтобы одновременно атаковать на трех оперативных направлениях наши войска. Скорее всего, в ближайшую неделю мы увидим от российского командования вынужденную меру, мы их ставим в такие условия, принятие решения относительно сосредоточения усилий на главном направлении удара. И мы увидим, где этот главный удар будет. Потому что три направления они точно не вытянут. Поэтому, скорее всего, придется принимать решение, на каком же направлении сосредотачивать усилия и какое направление будет являться отвлекающим маневром, то есть ударом второго направления. Ждем. Но, тем не менее, пока российское командование думает или пытается думать, 17 атак на Кураховском направлении не увенчались успехом, и враг, понеся потери, отступил на исходные рубежи. Линия фронта на Кураховском оперативном направлении остается неизменной. Времовское направление. Тут агрессор совершил 7 штурмов наших позиций в направлении Водяново, в районе Константиновки и Макаровки. Тоже безуспешно, все атаки противника были отбиты и линия фронта не изменилась. Так что на Времовском направлении мы держим оборону, мы ее стабилизировали и изменений линии фронта не произошло. Также на Ореховском направлении довольно низкая была боевая активность. 3 раза оккупанты штурмовали наши позиции, в основном в районе Малой Токмачки и Новоандреевки. Ни один из штурмов не увенчался успехом. Линия фронта на Ореховском направлении остается без изменений. И Приднепровское направление тоже. 3 штурма за прошедшие сутки на левом берегу предпринял враг против наших плацдармов, но безуспешно. Наши войска отбили все 3 штурма, и плацдармы остались без изменений. Они живут, они сражаются, они наносят врагу
довольно ощутимый урон. Кстати, здесь тоже надо отметить, что за две недели июля количество штурмов по сравнению с первой половиной июня уменьшилось приблизительно на такое же количество, на такую же величину, как и общее количество, 16% падения боевой активности вражеских войск. Это говорит о том, что атак становится меньше. Пока это мало заметно, потому что, ну, 16%. Если мы говорим, что у нас 140-150 атак в сутки в среднем, точнее не в среднем, а максимальных таких, а в июне, вспомните, было 190-180 атак было в сутки, то сейчас, видите, 140-115-112-130 атак. То есть небольшая тенденция к снижению, к общему снижению этих атак, она все-таки просматривается. Ну и вот теперь мы подошли к небоевым оперативным направлениям, о которых нам тоже надо сказать. Это Волынское и Полесское. Здесь оперативная обстановка без изменений, без существенных. Признаков формирования наступательных группировок со стороны врага не выявлено. И вот теперь ситуация по шахедам, которые улетают в Беларусь, белорусское воздушное пространство. Я не знаю, как белорусы там к этому относятся, может, они об этом не знают, заодно послушают и узнают. Опираемся на данные телеграм-канала «Белорусский Гаюн». Благодарность каналу, спасибо ребятам за их кропотливую работу и хороший, качественный сбор разведывательной информации. Так вот, шахед долетел аж до Могилева. Вот тот, который сегодня ночью завернул, это свежак информация. Дрон «Камикадзе» типа шахед, который зашел в Беларусь в районе 8:40 утра курсом на Ровлю. Населенный пункт Наровля. В данный момент уже предположительно долетел до Могилева. Ну, это информация на 10 часов утра. Ему на перехват в 9:15 с аэродрома Барановичи был поднят истребитель Су-30 ВВС Беларуси. А с аэродрома Мачулище в 9:10 был поднят вертолет Ми-24 тоже ВВС Беларуси. По данным телеграм-канала «Белорусский Гаюн», маршрут шахеда следующий. Заход в Беларусь в районе трассы Р-37, деревня Александровка. Дальнейшее движение на город Наровля. Далее БПЛА зашел в Могилевскую область и двигался на Бобруйск, Быхов, Березино. И далее на Могилев. На текущий момент, это было 10 утра, еще раз напоминаю, БПЛА уже пролетел над Беларусью более 300 километров. Отметим, что это уже четвертый дрон «Камикадзе», который вошел в воздушное пространство Беларуси, начиная с 11 июля. То есть, фактически за 5 дней четвертый дрон. И только второй за сегодняшний день. То есть, один был вечером вчера, а второй сегодня утром. Что происходит? Ну, скорее всего, как я и говорил, отрабатывается вопрос прокладки маршрута по территории Беларуси. Вполне возможно, что Российская Федерация будет использовать воздушное пространство Беларуси, либо для возврата вот этих дронов-пустышек или дронов-разведчиков, которые, выполнив свою задачу, отвлекая, допустим, если пустышки, отвлеча нашу систему ПВО, они отваливают Беларусь, чтобы их не сбрасывать на землю, и им хватает заправки вернуться в район пуска, где их перезаряжают и потом пустят обратно. То есть такая своеобразная может образоваться карусель из фальш-дронов, именно для перегрузки нашей системы противовоздушной обороны. Либо же это разведчик, который несет информацию, часть он передает сразу в режиме онлайн, часть он может записывать на другие виды носителей, и, соответственно, его надо вернуть для того, чтобы расшифровать ту развединформацию, которую он собрал. Но прокладка такого маршрута, видите, как реагирует. Вроде как Беларусь, видно, что командование вооруженных сил Беларуси знает эту ситуацию, в курсе дела. Они хоть и поднимают там и авиацию, и для якобы перехвата этих дронов, но они их не сбивают. И дают возможность пройти дроном над населенными пунктами. Кстати, Могилев не самый последний город в Беларуси, и над ним прошел этот
дрон. А для операторов дронов, если их ведут, то если это разведчик, который работает в режиме онлайн, то ему как раз очень удобно вдоль трассы, чтобы не потеряться на местности, не используя GPS, чтобы ее не погасили средства РЭП. Вот. Двигаться по городам, как по вехам или по крокам маршрута, двигаться в направлении базового аэродрома или места, откуда они стартовали. Вот. Ну, самое главное, чтобы в обратном направлении не полетели дроны и не зашли в воздушное пространство Украины со стороны Беларуси. Потому что мы же ответим. Это ж вот тут уже, наверное, с нашей стороны надо сказать, чтобы самопровозглашенный Лукашенко не баловался. А то ж мы ответим. И остается у нас Черниговская и Сумская область, это Сиверское оперативное направление. Здесь ситуация сохраняется в том же контексте. Враг продолжает обстреливать нашу территорию, продолжает пытаться вести разведывательно-диверсионную деятельность. Но, опять же, так же как и на основной линии фронта, наши военные фиксируют уменьшение активности врага у границы на Сумщине. Ну, в частности, спикер 117-й бригады, отдельной бригады территориальной обороны, заявил о том, что несколько недель назад фиксировали увеличение вражеских войск, личного состава и техники на границе с Сумщиной. Сейчас ситуация изменилась. Происходит даже уменьшение минометных или артиллерийских обстрелов нашей территории. То есть тоже враг снизил боевую активность. Ну, я думаю, что ввиду нехватки ресурса. Как людского, так и снарядного. Потому как, да, есть информация, что российская артиллерия, несмотря на то, что пока еще работает активно, но уже начинает на отдельных направлениях начинает вводить лимиты для российской артиллерии. А при использовании снарядов северокорейского и китайского производства, естественно, качество которых крайне низкое, в отличие от советских боеприпасов, которыми вела огонь российская артиллерия в начальном периоде этой части войны России против Украины, то, конечно же, уменьшение лимита, уменьшение расхода снарядов по целям крайне сильно снижает эффективность применения самой артиллерии по нашим войскам, вражеской артиллерии по нашим войскам. Ну, хорошая тенденция, как для нас. Посмотрим, как она дальше будет развиваться. Итак, по огневым задачам. Оперативные направления мы все прошли, разобрали. По огневым задачам. Здесь вчера наша авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины наносили поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Также были уничтожены пункты управления войсками, два средства противовоздушной обороны, радиолокационная станция и станция РЭП противника. За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков на всей линии фронта составили суммарно 1110 оккупантов было уничтожено. В технике и вооружении потери составили следующие: в танках 13 единиц, в боевых бронированных машинах 36 единиц, в артиллерийских системах 44 единицы, беспилотники оперативно-тактического уровня 45 единиц, автомобильной техники 57 единиц и специальной техники 8 единиц. Кстати, надо отметить довольно высокие темпы уничтожения вражеской артиллерии. Ну, это в основном благодаря тому, что у врага все меньше и меньше остается самоходных артиллерийских установок. В основном российские войска возвращаются на прицепную артиллерию, что дает нам, ну, как бы, карт-бланш в плане уничтожения. И количество, я так понимаю, что в этом месяце мы пойдем на рекорд по уничтожению артиллерийских систем противника. Мы и так их уничтожаем больше тысячи в месяц. Больше тысячи. Довольно быстро позволяет опустошать запасы, складские запасы, которые есть сегодня в Российской Федерации. Потому что производство новых артиллерийских систем на сегодняшний день практически не ведется. Если там выпускается,
5-10 стволов в месяц, то это может быть, и то на том оборудовании, которое они купили в Китае, они много стволов не наточат. Методом проточки. А то оборудование, которое у них западное, на сегодняшний день оно практически все стоит. Ввиду отсутствия комплектующих и ввиду отсутствия возможности заказать ремонт и техническое обслуживание этих станков. Это сложные станки, высокоточные, которые делают проточку артиллерийских стволов. Так что по производству артиллерии Россия практически провисла. Единственное, что они пока что могут делать, это восстанавливать ту артиллерию, которая находится на складах и базах хранения. Но если уже добрались до М-46 130-мм, это, кстати, корабельная пушка. Она устанавливалась когда-то на линкоры и даже на крейсера. Дальность у нее 18 километров, она считается дальнобойная. При калибре 130 мм. Вот ее когда-то для увеличения дальности стрельбы сухопутных войск ее поставили на лафет, эту пушку, и таким образом появилась пушка М-46. После чего она была снята с вооружения, когда появились уже системы там, 2С3, она 17 километров и 152 калибр у нее, Д-20, точнее ее предшественница, потом она Д-20 ствол переставили на 2С3, потом появилась МСТА 24 километра, потом Гиацин 28 километров, вот, из них потом сделали самоходные. На самоходной базе, а вот эту в начале 80-х М-46 стала на длительное хранение. Так вот, сейчас ее распаковали, и она активно поступает в войска. Да, к ней боеприпасов пока что еще достаточно, но скажу так, что не так уж и много, потому что эта пушка не носила массовый характер в войсках. Были отдельные дивизионы в составе бригад, артиллерийских бригад, где эта пушка, она считалась средством старшего начальника, по меркам Второй мировой войны. Поэтому дивизионы М-46 находились только в артиллерийских бригадах. В полках арт-дивизионы были в основном на 122-м калибре. Сначала М-30, потом Д-30 и другие разновидности. Вот. Так что по артиллерии мы, очевидно, судя по статистике, за первую половину июля мы идем, в этом месяце мы опять идем на рекорд. Думаю, что он будет по уничтожению вражеской артиллерии. Ну а теперь у нас внешний оперативный, наверное, Крым. Крым сегодня не так громко звучал, как прошлой ночью, когда мы накрыли дивизион С-300, С-400 12-го полка. ПВО радиотехнического, точнее 12-го, да, радиотехнического полка. Вот. Но зато ночь на европейской части Российской Федерации тоже прошла неспокойно. Наш дрон ударил по заводу в Курской области, горит один из цехов. Причем горит очень хорошо и непросто. Исполняющий обязанности Курской области некий Смирнов сообщил, что украинский беспилотник атаковал расположенный в регионе Кореневский завод низковольтной аппаратуры. Тоже завод военно-промышленного комплекса, сейчас расскажу, в чем важность была этого завода, именно была. Вот. Но тут опять отмечаем интересный нюанс. Министерство убийств Российской Федерации сообщает, что все сбили, все. 15 дронов они сбили за ночь. Но губернатор Курской области, или исполняющий обязанности губернатора Курской области, говорит нам, что говорит в средствах массовой информации, что украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода. Низковольтный, никто из работников не пострадал, пишет он в своем телеграме. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчеты из двух районов. То есть с двух близлежащих районов собрали пожарные расчеты, и они не могут потушить уже несколько часов. Это одно возгорание одной крыши. Также там он опубликовал фотографии пожара. Вот. Но по данным телеграм-каналов,
местные жители слышали звуки нескольких беспилотников и мощные взрывы, после чего загорелась кровля здания местного завода низковольтной аппаратуры. Издание также сообщает, что площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. На своем сайте Кореневский завод низковольтной аппаратуры сообщает, что он является одним из ведущих предприятий РФ и стран СНГ, имеющие многолетний опыт производства низковольтной и высоковольтной аппаратуры, распределения и управления аппаратов защиты. Продукция предприятия используется в различных отраслях промышленности и энергетики. Ну а Минобороны России заявляет, что в течение ночи во вторник армия Российской Федерации сбила, извините, я сказал 15, 13 ударных дронов, в том числе 9 над территорией Ростовской области и по одному над территорией Белгородской, Курской и Воронежской областям, а также в акватории Черного моря около западного побережья Крыма. Ну вот, в Курской области один дрон они сбили, но местные паблики пишут, что слышали несколько дронов, и несколько взрывов на территории завода. Ну, это может только свидетельствовать о том, что либо они не увидели эти дроны, либо дроны, успешно преодолев систему ПВО врага, выполнили свою боевую задачу. То есть встретились с той целью, которая была запрограммирована. Кстати, если говорят о том, что они сбросили взрывные устройства, значит, мы перешли к новому этапу, это применение дронов многоразовых, и именно дронов-бомбардировщиков, которые сбрасывают взрыв. Есть и такие у нас, мы далеко в этом плане ушли вперед. Единственное, мы пока не можем по количеству догнать Российскую Федерацию, догнать и перегнать. А по качеству и по боевым, по применению, по характеру применения, тут мы впереди планеты всей. Так что вполне возможно использовались дроны-бомберы, которые могут сбрасывать взрывное устройство и возвращаться на базу. Ну, вот такие вот военные новости на сегодняшний день. И такая военная обстановка сложилась на линии фронта от Харькова до Олешек и на всех оперативных направлениях в нашей стране и вокруг нее. Ну, два слова скажем о международной обстановке. Ну что ж, Трамп на конференции Республиканской партии был выдвинут кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии. Там же он впервые появился на публике после покушения, ну не считая интервью по дороге, которое он давал там из больницы до аэропорта и в аэропорту, когда он прилетел в тот город, где проводился съезд партии или партийная конференция. Также Дональд Трамп назвал в городе Милуоки с заклеенным краешком уха. Ну, сами понимаете, что если бы рана носила серьезный характер, то он бы был как минимум госпитализирован. Но он через 15 минут после обработки раны и заклейки ее повязками, медицинской повязкой, он вышел и с улыбкой на лице рассказывал, как он чуть-чуть не был убит. Ну, видите, как видите, вот здесь действительно поговорка имеет смысл, что чуть-чуть и не считается. Так вот, он объявил своего кандидата на пост вице-президента Соединенных Штатов, это сенатор Джеймс Дэвид Вэнс. Редкой породы человек, ярый маговец, то есть ярый трампист, ярый противник Украины и военно-технической помощи нашей стране. Так что очень такая серьезный тандем, антиукраинский тандем собирается в кандидаты в президенты и вице-президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии. Ну, посмотрим, как дальше будет развиваться событие. Джо Байден сказал, что он не собирается сниматься с гонки, он на коне, то есть он полон сил и бодр для продолжения гонки и для победы в этой гонке на президентских в борьбе за пост президента Соединенных Штатов. Посмотрим. Европарламент впервые соберется после июньских выборов уже в новом составе, с учетом смены, которые происходят. Там первая сессия 10-го созыва открывается сегодня в Страсбурге.
На ней должны утвердить парламентское руководство и проголосовать по вопросу о продлении полномочий нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она, скорее всего, сохранит свою должность на еще одну депутатскую каденцию в Еврокомиссии. Также на повестке дня голосования за президента Европарламента. Фаворитом выборов является Роберта Мецола. Она тоже сохранит, скорее всего, она возглавляет с 22 года. Скорее всего, она сохранит свой пост. Она тоже наша сторонница. И Урсула фон дер Ляйен. Мы знаем, как она старается помочь Украине. И Мецола тоже, Роберта, сторонница Украины. Также с 6 по 9 июня страны Евросоюза выбирали 720 членов Европарламента. Четверть мест получила центристская Европейская народная партия, на втором месте левоцентристы, на третьем либералы и из «Обновляя Европу», такая тоже партия у них есть. Также прошли партии и политики, которых называют крайне правыми или правыми популистами. Вот такая вот... Вот такой вот там пирог. Будет утверждена в должности или назначена новый комиссар по международным вопросам, то есть главный дипломат. Им становится Кайя Каллас, премьер-министр Эстонии. Она уже официально подала в отставку, она и все правительство Эстонии. Вот, и в связи с назначением ее на вот эту должность главного комиссара по иностранным делам. Это главный дипломат, так его называют в народе, а на самом деле эта должность называется комиссар по иностранным делам Европейского Союза. Тоже наша сторонница, и как-то она очень активно помогает и поддерживает нашу страну в борьбе с российской оккупацией. Тем более страны Балтии на себе испытали все прелести русского мира и советского образа жизни. Так что вот такие вот изменения. Есть уже информация, что Роберта Мецола уже утверждена на свою должность, то есть она ее сохранила. И дальше там сейчас продолжается заседание сессии этого Европарламента. Ну что ж, Орбан продолжает выполнять роль тарана, такого своеобразного троянского коня, который запустил Путин внутрь Евросоюза. Орбан выдвинул новые идеи относительно разрешения относительно урегулирования вооруженного противостояния России против нашей страны, против Украины. Так вот, Орбан предлагает восстановить дипломатические отношения с Российской Федерацией после своего «мирного» в кавычках «турне», об этом пишет немецкий Bild. В письме главе Европейского Союза Шарлю Мишелю премьер Венгрии приводит свою краткую оценку недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Трампом. Орбан восхваляет Трампа и уверен в том, что после победы на выборах тот не будет ждать своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить как мирный посредник. У него есть подробные и обоснованные планы, какие никто не знает. Кстати, даже эти тайные планы Трампа по урегулированию войны даже раздражают Кремль. Там нервничают. Почему? Потому что не могут понять, какие же все-таки планы находятся в голове у Трампа. Тем более его пресс-секретарь, она сказала, когда там, помните, когда была попытка представить некий план, мирный план от имени Трампа, она сказала, что это не имеет отношения к Трампу никакого, этот план, и вы даже не представляете, что у него в голове по отношению к вопросу урегулирования нашего вооруженного конфликта. А Орбан, видите, оказывается, все знает. Однако Орбан предупреждает, что победа Трампа на выборах будет дорого стоить Европейскому Союзу. Финансовое бремя между США и ЕС существенно изменится в пользу ЕС, когда речь идет о финансовой поддержке Украины. То есть он пугает заранее, что США могут обидеться и надавить финансово на Европейский Союз за то, что тот поддерживает Украину.
Также премьер Венгрии предложил обсудить мирную конференцию с Китаем и наладить отношения со странами глобального юга, чье уважение к ЕС было утрачено из-за позиции относительно войны в Украине. То есть, видите, мы, оказывается, еще и разломали дружбу и сотрудничество Евросоюза, со слов Орбана, с глобальным югом. И он предлагает это все вернуть. Вот. Что вызвало очень бурную реакцию со стороны Европейского Союза. И, кстати, вот на этой сессии, которая сейчас идет в Брюсселе, уже 69 депутатов Европейского парламента, и движение это нарастает, требуют поставить вопрос о прекращении полномочий председательствования Венгрии в Европейском парламенте, чтобы остановить беспредел и самоуправство Орбана, действовать от имени Европейского Союза, используя свое политическое положение на данный момент, то есть председательствующего в Европейском Союзе. Так что вот так вот. Орбан как настоящий троянский конь Европы на сегодняшний день, запущенный Путиным. Это уже, ну, по-моему, самое удачное сравнение. Далее, Британия и страны ЕС усилят проверки российского нефтяного флота, об этом сообщает Bloomberg. В четверг европейское политическое сообщество планирует встретиться, они готовы принять меры по обходу России международных санкций. Дело в том, что Россия сейчас использует серый и черный флот, и в серую, и в черный флот, танкерный флот, для вывоза своей нефти потребителям. И это идет в обход международных санкций. Поэтому, но они проходят по проливам между Атлантикой и Северным морем, поэтому там есть возможность эти корабли притормозить и устроить проверку на предмет цены, на предмет оформления документов или на предмет происхождения нефти. Все же прекрасно знают, откуда эта нефть. И если она подсанкционная, то на них, на эти корабли, может быть наложен арест. И так же, как и на эту нефть. Литва продолжает нам помогать. Вот тут, ну, как бы беспрецедентная помощь в плане восстановления в энергетике нашей страны. Литва передает Украине более 300 единиц оборудования Вильнюсской ТЭЦ-3. Из соображений безопасности название, мощность оборудования или электростанции, на которые его передадут, не разглашаются. Но опять же, смотрите, Европа дает оборудование. Это вот страны Европы, наши партнеры дают оборудование. Денег нам собрали больше 500 миллиардов евро, собрано на восстановление нашей энергетики. Ну а нам выключают свет и лупят тариф почти в 2 с лишним раза, повышают тариф на электроэнергию. И пытается, я так понимаю, за наши деньги пытается еще и восстановить частные тепловые электростанции, которые находятся в частных руках, вот, восстановить их за наш счет. Германия поставит Украине ракеты «Таурус» в ответ на покушение на главу «Рейнметал». Об этом заявил тоже главный редактор немецкого «Бильд». Ну, я бы скептически воспринимал эту новость, учитывая, что «Бильд» это, ну, считается желтая пресса, это таблоид. Вот. И главный редактор обвинила власти Германии в заячьей трусости. После новостей о срыве покушения на главу оборонного концерна, вот, она заявила, что тактика немецкого правительства поддерживать Украину, но не раздражать Путина, полностью провалилась. Если информация о российском сговоре с целью убийства главы «Рейнметал» окажется правдой, ответ может быть только один. Мы должны поставить ракеты «Таурус» в Украину. Путин должен почувствовать, что его действия имеют последствия, всякий раз, как его ловят на попытке убить в нашей стране. И я ожидаю, что наше правительство теперь сделает все, что в его силах, чтобы положить конец зависимости от разведки США. Это означает полную технологическую и кадровую модернизацию спецслужб, чтобы положить конец добровольной немецкой слепоте. Это глупо, когда канцлер Шольц в Вашингтоне соглашается с коммюнике НАТО о том, что Россия наш главный противник, а дома притворяется канцлером мира. Не вопрос, что мы все хотим мира, но с путинской Россией мы сможем добиться его только с позиции силы. Заячья трусость Германии, пути
заячья трусость Германии Путин не воспринимает всерьез. Но Шольц и СДПГ, это партия, от которой Шольц стал канцлером, все еще застряли в прошлом. Поступая так, они подвергают нашу безопасность и свободу в Европе опасности. И не хочу проснуться в стране, где у власти Путин, и мои дети тоже. Даже 10% умиротворения – это на 10% больше, чем нужно». Ну, вот такое жесткое заявление. Ну, она сказала, что, видите, как заголовок отличается от содержания. Она сказала, что поставит Германия Таурусы, но на самом деле она требует, чтобы Германия поставила Таурусы в обмен на действия Путина. Ну, я вот сегодня тоже говорил в одном из своих интервью, что... Что же мешает Соединенным Штатам дать разрешение Украине применять оружие, которое нам передается, западного производства, на всю дальность его досягаемости. И я сказал, я тоже, кстати, пришел к такому же выводу, что только трусость, раболепие и трусость перед Путиным, американской администрацией, коллективного Запада, вот, тут практически мои слова главный редактор немецкого издания Bild озвучила на все медиапространство Германии. Не надо бояться Путина, он не такой всемогущий. Когда его боятся, он этим пользуется. Он думает, что он всесильный и непобедимый. А на самом деле, в конечном же итоге, там нашли же иглу и отломали ей кончик, и умер Кощей Бессмертный, хотя назывался Бессмертным. Вот то же самое надо сделать с Путиным. А мы знаем, где найти эту иглу, вот, только дайте нам оружие и разрешите его использовать на всю его огневую мощь. Далее, вот то, что я вначале вам говорил, что Россия готовится закрыть границы для потенциальных призывников в случае новой волны мобилизации. Об этом сообщает британская разведка. Они знают, что готовится, знаете как, закрыть внешне не закрывая, мобилизовать внешне об этом не сообщая. То есть они планируют к осени ужесточить мобилизационные мероприятия, то есть будут мобилизация может принять массовый характер. Для этого закроют границы тихонечко, просто перестанут выпускать из страны кто попадает под категорию военнообязанных. Вот. Ну, прибегут они к этому или нет, неизвестно. Все будет, кстати, зависеть от нашего политического руководства. Если наше политическое руководство пойдет на договорники о прекращении огня, значит, никакой мобилизации, никакого закрытия границ Российская Федерация предпринимать не будет. И, соответственно, никакого угрозы внутреннего бунта в РФ тоже не будет. То есть, фактически, мы спасем таким образом Путина от возможной потери власти в Российской Федерации. Если же мы идем на силовое решение, вот как даже в Германии главный редактор Bild понимает, что только силовым путем можно завоевать свободу и добиться независимости. Тогда у Путина справа кепский, и ему придется идти на непопулярные в народе шаги, что может вызвать противостояние в обществе, социальный взрыв, который приведет к потере власти Путина и его партии войны. Ну и опять же в подтверждение того, что ситуация в Российской Федерации ухудшается с каждым днем и становится довольно печальной, говорит о том, что на военные заводы Санкт-Петербурга трудоустроили подростков в возрасте от 14 до 18 лет, то есть они используют труд несовершеннолетних детей. Подросткам наняли по программе временного трудоустройства молодежи в летний период. Согласно трудовому кодексу, они работают не более 4 часов в день и получают оплату в размере до 14 тысяч рублей. Сборочный завод «Волна» занимается производством комплексов радиосвязи и радиоэлектронной борьбы. А «Северный пресс-завод» производит составные части бортовых систем управления крылатых ракет. Теперь это делают дети. В Российской Федерации дети стоят у станков. Кстати, это не первый опыт. Вспомните ту же Елабугу.
завод по сборке шахедов. Кого туда нагнали? Студентов, иностранных студентов под угрозой депортации и прекращения обучения в российских вузах. Их заставили работать на этом заводе по сборке этих шахедов. Нехватка трудовых резервов. Безработица, не то что безработица, здесь не безработица, здесь отсутствие трудовых ресурсов, потому что народ попрятался, кто-то уехал, сотни тысяч военнообязанных покинули, да я думаю там больше, несколько миллионов покинуло в возрасте или в категории военнообязанных покинуло Российскую Федерацию в 22-м году, в 22-м, 23-м году и покидает, продолжает сейчас покидать. И я думаю, что к осени усилится эта тенденция в Российской Федерации. Так что и люди увольняются с работы и уезжают. Или уезжают в какие-то города, деревни, глухомань, чтобы их там никто не нашел и не узнал о их пребывании. Либо уезжают за границу, кто имеет такую возможность. И вот детей ставят к станкам, заставляя работать на производстве. Вместо того, чтобы отправить в лагерь, в какие-то лагеря, пансионаты, для того, чтобы дети могли отдохнуть. Нет, их заставляют работать на производстве. Вот такой он русский мир. А в это время взрослые начинают устраивать беспредел в Российской Федерации, и бандитизм усиливается. В Министерстве внутренних дел Российской Федерации, это официальная информация, признали резкий всплеск организованной преступности после начала так называемой специальной военной операции, как они называют, войну Российской Федерации против нашей страны. Причем в лихие 90-е возвращаются, групповые оргпреступные группы уже проводят рэкет, разборки, ну и бандитизм на улицах. На болотах на 76% выросло число совершенных организованными преступными группами преступлений в первые 5 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом до военного 21-го года. То есть, понимаете, да, 76, почти в 2 раза выросло количество ОПГ и преступлений, совершенных ими. Это официальная статистика, это МВД России. Это тут я не выдумал ни одной цифры, ни одной буквы. В 23-м году по статье бандитизм осуждено 334 человека, что на 42% больше, чем в 21-м году. После начала войны МВД стало также фиксировать всплеск и преступлений с оружием. С декабря 23-го эта статистика засекречена в Российской Федерации, ее больше не публикуют. Одним словом, СВО в кавычках идет по плану, как говорил Путин, и очень больно бьет по жителям Российской Федерации. И это только начало, прогнозирует в Министерстве внутренних дел Российской Федерации. И тут же министр внутренних дел Российской Федерации официально заявляет, что в полицию в Российской Федерации начнут нанимать граждан Таджикистана. Если раньше таджики приезжали поработать, расисты их называли гастарбайтерами, это же отсюда это слово придумали, то теперь они будут гастарбайтерить в составе полиции Российской Федерации. Граждане Таджикистана смогут поступить в юридические университеты и институты Министерства внутренних дел Российской Федерации. Граждане Таджикистана без российского гражданства. При отборе кандидатов особое внимание уделяется их уровню знаний, культуре, моральной злости, деловым качествам, профессиональной пригодности, состоянию здоровья, физической подготовки, сказал глава МВД Таджикистана. Напомним, в мае глава МВД России Колокольцев пожаловался на острую нехватку личного состава. По его словам, чтобы полностью укомплектовать штат полиции, требуется 152 тысячи человек. Отдельно Колокольцев указал на дефицит участковых, отметив, что только в Москве он составляет 75%. Согласно указу нелегитимного Путина, предельная штатная численность МВД в 2024 году увеличилась на 12 тысяч человек. В следующем году она должна вырасти еще на 4 тысячи человек. То есть они расширяют штат, но при этом снижается штатная укомплектованность. Понимаете, да? Народ потихоньку
потихоньку сваливает с этих с рядов Министерства внутренних дел Российской Федерации, с рядов полиции. Вот такая вот она суровая действительность. Таджики теперь будут полицейскими. А в России еще разрабатывается программа, как отучить граждан российской национальности, скажем так, некультурно вести себя на улицах. Они свистят, цыкают вслед там женщинам, мужчинам проходящим, тут же высказывают свое недовольство, начинают обсуждать, особенно женщин, на своем языке, могут ущипнуть, могут хлопнуть там по попе женщину или по плечу мужчину. То есть они себя беспардонно, это называется беспардонщина, ведут на улицах российских городов. И вот теперь сейчас в Российской Федерации разрабатывается целая программа по культуризации вот таких беспардонщиков со стороны малых народов и народностей Российской Федерации. Вот такая вот у них сложилась картина. Ну, вишенкой на торте сегодняшнего выпуска будет, конечно же, Китай. Китай очень интересный. Китай очень такая своеобразная страна, Восток – дело тонкое. И они никогда, Китай, не идет в лоб и напрямую не высказывает каких-то претензий, особенно претензий или там каких-то угроз. Нет, Китай всегда действует из-под тяжка. И вот то Китай утвердил и издал контурные карты для школы, на которых граница Китая на 1000 километров севернее, чем она есть сейчас. И написал, что это исконно китайские земли. Потом Китай включил это в школьную программу, в учебниках, и сейчас все китайские школьники учатся по этой программе, что граница Китая проходит намного севернее, чем есть она на самом деле. И периодически появляется в прессе Китая, китайское руководство не дает погаснуть мысли о том, что это китайские земли. И появляется на китайском телевидении, в частности, и в прессе появляются либо статьи, либо сюжеты о исконно китайских землях. И они переводятся на разные языки и распространяются по всему мировому информпространству. Но самое главное, что они транслируются в Китае, и китайским гражданам в голове откладывается, что это же Китай, это никакая не Россия. И вот оказывается, вышел новый сюжет в китайских средствах массовой информации, он разошелся по всему Китаю, его практически продублировали все, партия приказала так тихонечко, и раз, и все пошло. Оказывается, Владивосток — это китайский город. Хайшенвай назывался он в Китае. Хайшенвай. Вот так назывался. В переводе с китайского он означает залив Трепанга. И что они делают? Они дают сюжет о том, что это китайский город, что он вот так вот назывался. В переводе это означает залив Трепанга. До того, как Россия аннексировала город, внимание, представляете, как подается информация, это была китайская земля, говорится в этом видеосюжете. До сих пор в китайских СМИ появляются претензии и недовольство на этот счет. Вот такая вот, не пора ли китайские исторические земли вернуть в родную гавань? Скоро Си Цзиньпинь выйдет и скажет, ну что, а там ассимиляция идет полным ходом в этих городах китайских жителей. Так что, вот такая вот вишенка на торте на сегодняшнем выпуске. И в общем, такой получился обзор. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как всегда, приглашаю подписаться на мой канал. Тем, кто еще не подписан, а тем, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, для того, чтобы его могли увидеть большее количество людей.